Доброе утро, друзья! 25 ноября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День российского военного миротворца, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, День государственности Боснии, Кадрин день в истории, Иван милостливый в народном календаре. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Знаменательные события. 1339 год. Состоялась закладка дубовых стен Московского Кремля. В 1867 году. День изобретения динамита. 1940. В мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер. Родились в этот день. 1844 год. Карл Бенц. Немецкий инженер, изобретатель, пионер автомобилестроения. В 1925-м родилась Нонна Мордюкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. В 1968 году Эрнест Мацкевичус, российский журналист литовского происхождения. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 6 часов 11 минут по московскому времени 28-е лунные сутки. Деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела. Не упускайте возможность, проживите этот день в движении, действии и приподнятом настроении. Получите заряд бодрости на долгое время вперед. В этот благоприятный период можно начинать любые дела, связанные с жизненными сферами, работой, домом, садом, личными отношениями. Этот день благоприятен практически для всех дел. После 6 часов 11 минут 29-й лунный день. Приходится считаться с тем, что сегодня самый опасный из всех сложных дней лунного месяца. В это время наступают дни Гекаты, черные безлунные ночи. Вот-вот наступит новолуние, и луна не просматривается на небосводе. Сгущается тьма, люди ослабевают, энергия истощается. Вероятно возрастание нервного напряжения, накапливание стресса, а также подавленное настроение, тревога, снижение общего тонуса. А вот такой он 25 ноября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Благодарность можно выразить по ссылке в описании. Удачного дня!